Итак, мы вошли в старое здание отеля Маунт Лавиния. Здесь вот находится библиотека или что-то похожее на это. Лифт. А что здесь? Ну пойдем пройдемся наверх. Тут какой-то салон. Дядя Вася пошел в фитнес-центр. Понимаешь, шли на 4-й этаж. Сейчас посмотрим, что там за фитнес. Тут очень красивые лестницы. Такие деревянные, вверх уходящие. Ух ты! И там наверху стеклянный купол даже. Сейчас посмотрим. Ну вот тут вот в старом корпусе ремонтируются полы. Паркет вот разваливается. Ну что делать? Старое здание. Идем наверх. Ну что, одышка что ли? Фитнес. А тут вот такая вот мозаика там наверху. Ну вот что-то похоже с названием джим. Попробуем открыть эту дверь. А она закрыта. Вот он джим. Папуся. Тут беговая дорожка. Он закрыт, конечно. Ну вот сейчас будем разыскивать, кто умеет здесь работать.